Коллектив Славянской муниципальной телерадиокомпании поздравляет всех женщин с наступающим праздником. Пусть у вас всегда будет весеннее настроение, родные и близкие окружат заботой и вниманием. Вашу жизнь наполнит любовь и красота. К нашим словам, поздравления присоединяются и мужчины. Вот что они желают вам, прекрасные женщины, в день 8 марта. Районный совет ветеранов войны, труда, правоохранительных органов, вооруженных сил сердечно поздравляю всех наших любимых женщин с этим прекрасным, самым дорогим для всех мужчин праздником. Счастья вам, здоровья, любви, и чтобы всегда у вас рядышком были детки, чтобы всегда у вас были рядышком друзья, и будьте всегда бодрыми. Поздравляю всех женщин с 8 марта, желаю, чтобы у них в семье было достаток благополучия, чтобы, как говорится, все родные любили и радовали, мужчины баловали. Всего хорошего от всего нашего оркестра. Хочу поздравить всех женским праздником, пожелать всем здоровья, счастья, улыбок. Пусть все будут счастливы, потому что это наши матеря, сестры. Все самое приятное и чисто весенний праздник на душе. Дорогие женщины, поздравляю вас с вашим женским праздником. Желаю мира, ласки, добра и счастья вам, чтобы вас любили, заботились о вас. Чтобы все было прекрасно. Я хотел бы поздравить наших женщин с таким замечательным праздником, пожелать им крепкого, прежде всего, здоровья, любви и счастья. Остальное все приложится. Всех девушек Славянска и Краснодара, и всей Кубани поздравляем с праздником с наступающим. Это превосходный женский день наш, который мы все любим и празднуем. Желаем, конечно, любви и еще раз любви.